Накануне в Ульяновске открылась Международная ассамблея художников «Пластовская осень». Уникальный проект реализуется в регионе с 2011 года. Ежегодно в проекте принимают участие художники России и стран СНГ, директора музеев, ученые и руководители художественных вузов страны. Главным акцентом «Пластовской осени» в этом году стала тема «Семейные ценности». И первым семейным подарком гостям ассамблеи стало мороженое. Мороженое – это всегда было семейной ценностью. Мы, как дети, которые выросли, хорошо это помним. Поэтому вот такая веселая, радостная концовка сегодня в момент открытия. Ну а мастер-классы у нас будут продолжаться. Следующий год ульяновские художники определяют как год народных мастеров. И многое на площадках Дня города и примкнувшей к нему ассамблеи было посвящено именно этому. Работа гончаров, роспись лавочек, проведение мастер-классов для тех, кто совсем не умеет рисовать, бульвар «Новый Венец» был наполнен рисующими людьми всех возрастов. На 10 дней, пока будет проходить международная арт-тусовка, Ульяновск станет художественной столицей. Мы с ней рады приветствовать на нашей гостеприимной Симбирско-Ульяновской земле делегация не только из многих регионов России, но и из очень любимых, очень дружественных нам стран – Казахстана, Армении, ряда других. Я сердечно благодарю всех коллег и участников, которые прибыли к нам и проявили интерес к этому мероприятию нашему региону, за это внимание. Результаты внимания, которые удалось привлечь к региону, налицо. Активно развиваются художественный музей Ульяновска, арт-пространство «Заваленка» в селе Прислониха. Развитие отрасли признают и гости ассамблеи из других городов. Я ульяновский впервые вообще в вашей области. Я приехал на своей машине специально посмотреть вот эти края. Самарская область, Оренбургская область. Ну, много чего я видел вот. Пока ездил, спокойно смотрел, все красиво. Вот именно река Волга, да, я впервые вот рядышком стою. Здорово, вот это воздух, вот это колорит. И, наконец-то, люди. Я раньше по телевизору, по книгам читал, что вот это Ульяновск такой замечательный, солнечный город, да. Ну, всегда хотелось здесь побывать. Пока приезжие художники восторженно отзывались о местных красотах, желающие дилетанты ее уже активно запечатлевали. Взрослым и признанным художникам еще предстоит принять участие в трех пленерах, выставках и международной научно-практической конференции. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ.